Очень вкусный и простой салат для семейного ужина. Эти продукты есть практически в каждом холодильнике, поэтому проблем с его приготовлением ни у кого не должно возникнуть. Для приготовления этого салата можно использовать любые лесные грибы или шампиньоны. Также, по желанию, можно добавить яйца или помидоры. Такой салат отлично подойдет к мясным блюдам. Готовьте на здоровье. Необходимые ингредиенты. Досмотревшим ролик до конца. Для начала необходимо нарезать пекинскую капусту. Грибы обжарьте с мелко нарезанным луком, остудите и добавьте к капусте. Добавьте нарезанные огурцы. Добавьте нарезанный укроп и заправьте салат майонезом. Подписавшимся, больше вкусностей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Грибы лесные, 300 грамм. Лук репчатый, 1 штук. Пекинская капуста, 300 грамм. Огурец, 1 штук. Майонез, по вкусу. Укроп, 1 пучков. Количество порций, 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!